такой-то? Тут какой-то клоун бегает. А что? А я могу убивать? Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы вместе с Владиком будем играть в Пиги. Влад, поздоровайся с подписчиками. И вот мы зашли уже в Пиги. Я играю в него в первый раз, поэтому не знаю, как в него вообще играть. И сейчас мы будем учиться по ходу. Вот здесь вот осталось 50 секунд, и я даже не знаю, что нужно делать и что искать. Здесь какой-то цирк, и рядом лавочки. Не знаю даже, куда нужно бежать. Мне говорили, что здесь нужно искать какие-то ключики и с помощью них открывать какие-то двери, чтобы сбежать. И вот я уже нашла первый ключик. Я взяла его, зеленый ключ. Теперь нам, похоже, этим... Кто это? Тут какой-то клоун бегает. Это Пиги, походу. Куда, в цирк, да, надо? Или наоборот? Прямо? Сюда? Да, сюда. Отлично. Я даже не знаю, куда бежать-то надо. Вон, ключ фиолетовый. Бери. Ну ты дурак тупой. Ты, баклан! А, сюда, чтобы войти... Бить? Не знаю, я бежать просто, и она сама бить будет по автомату. А! Это ты? А! Туба, пожилой ковбой. Ну а чё? А! Не, ну чё, звучит хайпово-то. А, капкан! Безумно можно быть первым! Он возле двери стоит, короче, какой-то. Он забагаюзил и прошел через стену. Он через стены проходит. Я же говорю, он багает стену и проходит мимо нее. Это прилив, он баги знает. Багаюзер прилив. Итак, ребятки, смотрим, что ж тут происходит. Тут какой-то мальчик прям использует баги вовсю. Что-то он через стены куда-то там телепортируется, проходит без ключей. В общем, ну, таких как бы... Таких я не уважаю. Таких читерами называют. Это не очень. Здесь, видите, Влад бедный бегает вовсю, не может нигде пролезть. А он просто прошел через стены и уже посмотрите, где он находится. И он даже, похоже, не знает, какие ключи надо брать. Он просто какой-то дурачок. Ключ зеленый. А зеленый ключ не нужен же, да? Что? А я могу убивать? Парни. Лайсон, а я могу Пиги убить? Блин, а что надо было делать? Не знаю, ножом ты можешь всех убивать. Все, наверное. Я тоже на крыше. Тут горит что-то. А что здесь? А тут блок нужен какой-то. А как я крышу перепрыгну, если у меня этого нет? Так, вон там лечь. По вот этой? Иди, да, ты дурак, что ли? Я прошу, ты дурак? Я же знал, что там нужно блок поставить, осел ты. Текай из города. Бабка шоу. Бабка живет. Не, ну он какой-то дурень. Минус челик. Там нельзя выпрыгнуть. Хорош, все, мы убежали. Мы ливнули, пойдем сюда. Домой просто. Это дурак какой-то кубоголовый. Он бегает и включает сирену постоянно. Что? Он ко мне телепортнулся и съел меня. Вот зайди сюда. Она... Ты смог пролезть? Ты куда пролез? Ты кто? Ты кто это? Вон тут ключ какой-то. Нет, направо сейчас, направо. Она тебя съела, ты добрался почти. А ты куда ты добрался? А это кто такой был? Это, походу, крыса какая-то, помощница.
И, в общем, ребята, так как игра вообще непонятная, я не могу понять, что здесь делать. Вот этот бык постоянно бегает за детьми, и потом что-то кто-то от кого-то убегает, ключи мы найти не можем, я не понимаю, что здесь надо делать. Поэтому, ребятки, мы с вами попрощаемся. И сейчас мы пойдем играть в медведя, тоже смонтирую вам ролик и выложу сегодня, наверное, этот ролик. Так что, ребятки, если что, напишите мне в комментариях, что же мне нужно делать тут в пиге, а то я совсем не понимаю. И встретимся в следующем видеоролике. Всем пока!